Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это Angry Birds Star Wars. Короче говоря, дело в том, что игра Angry Birds Star Wars выходила не только на ПК и мобильниках, она выходила также и для некоторых консолей. На Wii выходила, еще не помню, еще на некоторых платформах не помню уже все. Так вот, консольная версия включала в себя дополнительный эпизод под названием Exclusive Levels. Я хотел скачать образ версии для Nintendo Wii и с помощью эмулятора Dolphin запустить консольную версию и показать вам эти самые эксклюзивные уровни. Но, к сожалению, я не сумел найти рома. С каждым годом все труднее и труднее становится найти ромы для игр с консолей. И вот дошло до того, что я вообще нигде не сумел найти. А если кто-то знает, где найти ром версии для Nintendo Wii Angry Birds Star Wars, то пишите в комментах. Буду очень благодарен. Ну так вот. Модеры все же сумели портировать этот эпизод в версию для ПК. Ну и кроме того, вот эти вот раздражающие немного показатели. Еще эта модификация дополняет вот эти две странные кнопки. Что они нам дают, я не знаю. Это нам показывает, видимо, эти образы, текстуры или что это? А фиг его знает, если честно. Можно еще посмотреть. А. Короче, здесь можно много чего посмотреть. А вторая кнопка, которая находится за камерой, открывает нам возможность активировать трофеи. 3 звезды на всех уровнях. Разбросить прогресс уровня. Сбросить настройки. Действительно, эта штука сбросила нам весь прогресс на уровне. И вон, пропали все маски. Это, короче, читы. Добавить 5 пауэрап. Активировать трофеи. Добавить 3 звезды на всех уровнях. Вот. Что-то не на всех уровнях, по-моему, они добавились. На каких уровнях? Нет, 3 звезды. А, кроме последнего. Прикольно, прикольно. А вот тот самый эпизод Exclusive Levels, который портировали сюда. Правда, в него, нам 3 звезды не добавляют. И добавляют очень много массы. И вот этих вот наборчиков. Мы можем пройти финальный уровень каждый и получить. Ну ладно, я этого не буду делать. А, это активирует трофеи остальные. Первая кнопка. Короче, читы. Прикольная модификация, но нам интересно посмотреть этот эксклюзив левелс. Да, кстати, как можете заметить, здесь модификация основана на одной из старых версий, и в ней отсутствует, к сожалению, эпизод Moon of Ender и Death Star 2. Вот, эксклюзив левелс, давайте его смотреть. Как можем заметить, он выглядит так же, как ранняя версия эпизода по Cloud City. Только там, правда, там были не только другие вот эти значки уровней, там был и другой фон. Вы сейчас можете видеть на картинках, как это было в консольной версии. Здесь мы видим, к сожалению, Cloud City. Ну ладно, давайте уже запускать Exclusive Levels и смотреть, какие уровни нам предлагаются. Сразу же нам дается зеленый световой меч. Правда, в подсказке почему-то люк в белом, что надо. Короче, Exclusive Levels — это набор новых уровней из каждой предыдущей планеты. Ну и, кстати говоря, действительно, эпизод Moon of Ender и Death Star 2 в консольной версии добавлены так и не были. К сожалению. К тому моменту эта серия окончательно ушла с консолей ПК и стала выходить исключительно под Android и iOS.
Однако, ну, на ПК, правда, эти два эпизода выпущены были все-таки. А на консоли, увы, нет. Показываются еще эти... Добавили третий ранг улучшения Хана Соло, которого не было в оригинальной игре. Он теперь зелеными пулями стреляет. Причем они издают немного другой звук. А что-то я не пойму. Где пауэрапы мои, которые обещаны были в настройках? Добавить 5 пауэрапов. Может, теперь они будут? Нет, их не будет что-то. Не знаю, в чем прикол. Пауэрапы не добавлены были. Или может их просто на этом в этом эпизоде бонусном нету. Не знаю. Но модификация прикольная, правда, вот эти показатели немного раздражают. И убрать их нельзя, к сожалению. Ну а тем не менее. Еще кое-что есть интересное. Так, ну, во-первых, не это. Вот покажите мне оригинальный, например, уровень. Здесь модификация добавляет новое нововведение. Нам показывают, правда, на камере, и камера, к сожалению, загораживает это. Но, короче, там видно, сколько очков надо набрать на 2 звезды и сколько очков надо набрать на 3 звезды. В любом, в остальном случае выигрыша нам дается одна звезда. Ладно, давайте теперь вернемся к эксклюзив левелс и продолжим. Я не знаю, было ли такое улучшение на зеленые пули в консольной версии, но здесь эта штука добавляется, и эти пули реально наносят больше урона. Нет, давайте заново. Это блин, а. Ну не знаю, может от детали от этой отскочит сюда. А, нет, до динамита не добралась. Отлично. Только Оби-Ваном, что мы тут делать-то сможем? Она даже не разрушилась, эта фигня. Может, тут хотя бы от Оби-Вана будет толк. Ну, что-то маловероятно, потому что... эти детали не докоснутся до них. А, все, отлично, их больше не придется уничтожать. И даже Хана Соло третьего нам, и второго нам использовать не придется.
Вот эти штуки, я так понимаю, переключают что-то. Вот это, наверное, дверь открывала. Вот это. А эта штука активирует динамит. Жаль, я не докоснулся до нее. Вот так. Нам прибавляют третий ранг к Чубакке. У него какая-то еще и сила внутренняя есть. Ну-ка. Или он просто еще больше урона дает? Мне недопонятно немного. Отлично. Собственно говоря, локация здесь из второго эпизода «Звезда смерти». Правда, не внутри нее, а в космосе пока что. Третий ранг к повстанцу добавляется. Все зеленым, причем становится, как-то странно. Да, они излучают зеленый свет и при этом действительно наносят больше урона, но против железа они все равно не такие сильные, как хотелось бы. Что ж, не повезло. А, взорвался все-таки динамит. Вау, нифига себе. А чего это срабатывает? Я что-то недопонял. От каких-то, от, наверное, вот тех штук. Это ёперный театр, а? Наверное, надо вот эти два переключателя использовать. Я так понимаю. Да, действительно. Два переключателя. Отлично, этого даже убивать не пришлось. Но придется убить вон того. Действительно, повстанцы стали очень сильными. Так уже ломается, не нужно. Да, ну как он не уничтожился, это я не понимаю. Надо было ту штуку, что ли, сначала сломать. Ну, действительно, в принципе, понятно, от чего этот уровень называется эксклюзив. Этот эпизод называется Exclusive Levels. От того, что эти уровни эксклюзивные и сделаны чисто для консольных версий. Нам надо уничтожить вот это заграждение.
Так-то оно, по идее, закрываться должно, а вот этой хрени железной. Впрочем, что нам париться-то с этим? Давайте так их просто уничтожим. С этим динамитом, что париться-то? И так сойдет, и так все равно выиграем. Так, а вот уже внутри Звезды Смерти, и причем здесь даже есть Дарт Вейдер. Так. Он метал туда, но, правда, к сожалению, мощности убиванки Ноби не хватило на него. Ну давай, подыхай ты, ё-моё. Не. Фиговенько, не хватило его. Он тупо упал, но не сдох. Сейчас осталось только вот до этого добраться, в чем я не уверен. Вот до того чувака сложно на самом деле добраться. Высоко слишком висит, зараза. О, с помощью взрыва попало. Ну а этого мы с легкостью добьем. А, даже не пришлось это делать. Можно было и не запускать Оби-Вана. Не знаю почему, но на эксклюзив левелс, к сожалению, нам не показывают, сколько надо на 3 звезды, сколько на 2 очков. Нам все время дается только одна звезда. А это у нас уже из третьего эпизода. О, кот. Пошел уровень. Так, вот этого гада надо, наверное, нам уронить. Здесь огромная снежная такая фигня сделана. Ладно, этого нам не придется спускать вниз. Впрочем, если бы он упал вниз, вот эти штуки, вон те, защитили бы его. Свиней защитили бы. Мы не будем смотреть этот бонусный уровень, так как он абсолютно идентичен первому бонусному уровню в оригинальной игре. Потому что мы получили его не за прохождение эксклюзивных уровней, а за обучение... Такого-то там количества звезд я уже забыл сколько. Не
Никаких золотых яиц в этом эпизоде нету, насколько я помню. Ох, господи, как тут пули-то летят жестко. Замечательно, отлично просто. Великолепно. Так, это тоже из эпизода Хоус, но это уже в конце. Я помню, что там герои в фильме тоже попадали в это место, но я не помню, что это за место было. Вроде как в желудке какого-то существа. Судя по конечному ролику, ну, вылетели из его рта. Хрен его знает, что было. Я не помню. Блин, я все время, кстати, забываю, что вот я недавно переигрывал Angry Birds Star Wars 2 на телефоне, и там Падме, когда играешь Падме, у нее такая же способность, но она наоборот отталкивает, а не притягивает. А тут я забываю, что Лея наоборот притягивает, а не отталкивает. Кстати, бонусный уровень в Angry Birds Star Wars 2 мы пройдем. Мы вернемся к Angry Birds Star Wars 2. Но я буду играть в нее на телефоне именно, на самом снимать видео. Потому что на эмуляторе взломанной версии что-то не хочет работать. Взломанная версия мне нужна, потому что я хочу продемонстрировать там, в бонусном эпизоде, управляя своей судьбой. Хочу продемонстрировать тех персонажей, за которых мы не играли. И без взломанной версии я не смогу сделать это. Ну и, собственно говоря, управляй своей судьбой, там же надо использовать персонажей, которых собрал. И, скорее всего, у меня не хватит для того, чтобы пройти все уровни. Я более чем уверен, что не хватит. Ну и все же, как я еще раз говорил, я хочу продемонстрировать всех персонажей, за которых мы не играли. И там еще будет призовая глава, которую тоже надо будет пройти, но там надо всех персонажей сначала собрать. Полностью набить все очки у каждого персонажа, что я буду делать за кадром, конечно. Да, кстати. От него отскакивают пули. Поэтому нужно по-другому с ним как-то делать. Вот так, например. Вот эту штучку сломать. Нет, сначала надо обрубить все веревки. Я на это что-то внимание не обратил. Вот этот кубик мешает немного. Но веревка один кубик тянет вниз. И, впрочем, да, эти кубики и без надобности-то уже были. Так вот. Собственно, уровень этот относится к Pass of the Jetty эпизоду. Тоже бонусный эпизод, кстати. И на Дагоба. Планета называется Дагоба. Локация. Дей, блин, промахнулся. Да пулей подбило, я из-за этого тоже промахнулся. А, блин, вот эти на веревках-то я что-то о них не подумал. Ха-ха-ха.
Вот так вот, отлично. А где музычка? Музычки что-то не было, ну и ладно. Так, ну и последняя локация, кстати, какой уровень? 17. Последняя локация, это Cloud City. Планета называется Bespin. Место действия и в облачном городе, собственно, этой планеты. Хорошо, динамиты сюда влетели. Отлично. Так, а тут внутри одного из зданий. Сквозь друг друга, что ли, проходит? Что, так можно, что ли? И... Боба Фетт у нас появляется. Да, блин. Чуть-чуть. Вот так сделаем. Чтобы хоть какой-то толк был. Эть, блин, а. Чуть-чуть ниже надо было. Так, ну и, конечно же, вот эта локация. Кстати, в Cloud City была еще одна перед этой. Но финальный уровень как-то немного не по-финальному выглядит. Могли бы еще бы какого-нибудь босса своего там добавить. Хотя какой босс может быть? Велосипед изобретать и еще босса нового придумывать. Вот так, отлично. Финальный уровень прошли, но он реально не по финальному выглядит. Как будто дальше еще уровни должны быть. Вот так вот. И никаких финальных роликов нам не показывают. Ни начального, ни финального ролика в этом эпизоде нет. И значки нам за него тоже не даются. Дополнительных каких-то. Вот так вот, короче. Ну что ж, модификация интересная. Ссылочка на нее будет в описании на Game Jolt. Можете скачать и сами поиграть. Модификация прикольная. На сегодня все. С вас такой подписывайтесь с меня. Эпичный видос. Подписывайтесь на стримовский мой канал. Свадьбу ВКонтакте и всем. А, еще на блог. Подписывайтесь. И всем пока.